Впервые его празднование прошло в крупных городах страны 4 ноября 2005 года. С тех пор этот день стал символом единства русского народа, непоколебимой силы духа и стойкости. Его история уходит корнями в далекое прошлое. 4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. В этом году, 4 ноября, Челябинск традиционно порадует жителей города торжественной программой. Празднество начнется 2 ноября и продлится до 7-го. Все желающие смогут насладиться спектаклями театра кукол и театра имени Наума Орлова, погрузиться в мир музыкального творчества на концертах, проведут настоящую ночь искусств вместе с историческим музеем и музеем изобразительных искусств.